Всем добрый день, уважаемые друзья, с вами Санкт-Петербург Солнечный и компания Центр прицепной техники. Сегодня у нас в обзоре алюминиевые полуприцепы самосвальные объемом 48 кубов. Это модификация NV3A48PKD. Индекс ПКД обозначает, что в этих комплектациях присутствует опциональное заднее закрытие в виде клапана ворота. По умолчанию при складском заказе будет установлено ворота, но, как правило, размещается заказ именно с этой опцией клапан ворота. Очень часто мы заказываем под зерно эти полуприцепы и также укомплектовываем их опцией сцепной люк. Давайте посмотрим подробнее, чем же примечательны эти модели. В первую очередь, они примечательны то, что это очень высокое качество изготовления самого алюминиевого кузова, низкий собственный вес. 7100 килограмм, то есть 7 тонн 100. Рама исполнена из европейской стали концерна ССАБ. Кузов выполнен из высококачественных алюминиевого сплава. Данные полуприцепы укомплектованы гидроцилиндром Binotto 165 серии. Также подъемная ось, оси SAF-INTRO с индексом CD, о них мы уже неоднократно говорили, для тяжелых условий эксплуатации. С левой стороны расположен инструментальный ящик, достаточно большой, панель управления пневмоподвеской и тормозной системой полуприцепа. Зеленая кнопочка отвечает за принудительные подъемы и опускания оси. Давайте посмотрим сзади. Как я уже говорил, опциональные клапан двери, то есть они могут работать в двух режимах, как классический самосвальный клапан, то есть да, откидывается задний борт, и распашные двери. Давайте посмотрим на примере второго прицепа, он у нас открыт, как исполнено там. Также здесь установлена корзина для запасного колеса по правой стороне по ходу движения полуприцепа. Здесь остановимся, блок подключения электропневмосоединений к тягачу. Характерно то, что имеются оба вариации разъемов, то есть разъем ААБС и разъем по электрике, или 2 по 7 или 15 пинов. То есть вы можете подключить в оба формата, так скажем, по электросоединениям. Здесь размещается, кроме запасного колеса, популярный очень у водителей умывальник с мыльницей, с краником. Вот посмотрим, как исполнено заднее закрытие. То есть вот здесь мы раскрыли функции ворота, сцепной люк, видите, с приводом, с ручкой. Ну, так закрыт. Сцепной люк предназначен для того, чтобы, ну, частично сыпать груз из кузова. Обратите внимание на то, что алюминиевые панели, из которых сварен кузов, проварены на всю высоту. Шов очень достойный, обратите внимание, качество шва. То есть варят роботы, качество шва очень высокое. Это очень важно, особенно когда дело касается алюминия. В передней части, обратите внимание, по углам усилители. Они добавляют жесткости самосвальному кузову. Пневмоподвеска, оси SAF-INTRO.
задние фонари Аспок Европоинт 3 со светодиодными полосками. Вот, соответственно, закроем створку. Соответственно, Велтон предлагает широкую линейку алюминиевых полуприцепов разного объема от 25 до 55 кубических метров. Благодарю за внимание. До новых встреч!